резолюцию сегодняшнего Чернобыльская шляпа есть початком Островецкого шляху 2018. Мы, удельники Чернобыльского шляху 2018 года, утемлику ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, представники политических партий и недержавных организаций, жихары Беларуси, где собрались 26 красовика на штогодовой памяти, акции памяти охляров масштабной радиационной катастрофы минулого стагодия, уличиваем немогчимость полного узнавления забрудженных чернобыльских территорий. Той факт, что чернобыльские радионуклиды и их вытворные будут заставаться небеспечными для человека еще шмат, какие тысячегодия и навык тысячегодия. Отсутность технологий по переодолению наступствов масштабных радиационных катастроф. Факт проживания на забрудженных Чернобылем территориях Беларуси больше миллиона человек. Факт отсутности у тех, кто живет на забрудженных землях, доступу до обеспеченной воды, продуктов харчевания и энергоресурсов, а так само базовых медицинских послуг. Масштабное господарчее освоение забрудженных землях у Беларуси, у тем лику скорочения территории радиационного заповедника, что приводит до увеличения дозов внутреннего опроменивания населения. Присутность радионуклидов у продуктов харчевания те, вырабатываются в Беларуси, небеспечные для здоровья людей, не глядя на малые дозы. Высокую степень готовности Островецкой АЭС, что несет новую радиационную погрозу для людей и природы. В наступном году улады планируют загрузку палива у первых энергоблок. Будовництво Островецкой АЭС початое без проекта, без сгоды громадян, с порушениями конвенций Оркутской и Экспо по новой, недостатково опробованной технологии, на геологично несприятной присутствии, со шматликими порушениями техничных норм и законодательства. Шматликие и серьезные эксцессы при будовництве Островецкой АЭС. Корпус реактора первого энергоблока пошкоджены при транспортировке. Затем усталеваны, что значительно повышает риски аварии. Экономично немотозгодность Островецкой АЭС. Каждый белорус уже повинен соседней России за будовництво около тысячи долларов США. И эта сумма будет увеличиваться. А керовництво краины навык не ведая, как эта станция будет интегрованная в экономику. Погрозы Островецкой АЭС энергетики краины. Покольки она покинет больше 30% усёй электрогенерации в залежности от одной крыницы. И запотребует работы усёй энергосистемы, отменяя обновляемые устойливые и больше обеспеченные альтернативы. Уличивающие невырашенность проблемы отпида в Островецкой АЭС, которые створают додатковые, долготерминовые и высокие риски радиационной нагрузки на людей и природу. Непримальность Островецкой АЭС по политических причинах за порушение прав громадян, разбурение добросуседских отношений с иншими краинами Европы, непорывной связи помеж атомной энергетикой и ядровой зброей. Принимающий под увагу отсутствие диалога уладов Беларуси с громадянами и политическими оппонентами, массовые политические репрессии для подавления громадянской активности и обмежевания свободы слова, затекавленность уладов в экологично небеспечных проектах, что приводит к изъявлению новых экологичных проблем, как у Бресте, Светлогорску и инших местах, свертаемся до белорусских уладов с потребованием. Первое. Неоткладно спынить будовництво АЭС у Беларуси. Отмовиться от идеи будовництва атомной электростанции на Островецкой Плесовце по российским проекте АЭС 2006. Провести консультации про мотозгодность протягу моратория на будовництво АЭС у Беларуси. Как той, что не отказывая интересам краины. Распространять и обмерковать с громадскостью стратегию устойливого безъядерного развития Беларуси. Спынить освоение чернобыльских землях и вытворчить там продуктов харчевания. Предоставить жихарам заброшенных территорий реальные альтернативы переселения. Обновить деяние закона о социальной обороне громадян Республики Беларусь, которые потерпели от аварии на Чернобыльской АЭС, принятого еще в 1991 году, и обеспечивал лепшую оборону ликвидаторов и потерпелых от аварии на АЭС. Спынить эскалацию социальной и политической напряженности Украины. Спынить политические репрессии, створивши предпосылку для реального, равноправного и сумленного диалога с громадством, а тогда працующие механизмы для удела громадян в принятии решений. Обеспечить свободу слова, сходов, творения громадских организаций и политических партий.
УЭСТ обеспечит проведение свободных и прозрачных выборов. До ухода Островецкой АЭС засталось не так шмат часу, коля года. Я на принятие белорусам новые беды, а международной супольности новые погрозы. Мы повинны спынить будовництво Островецкой АЭС, покуль не поздно. Мы заключаем наших сугромодян. Увеличить тиск на улады для выказания наших потребований. У першого чаргу спынение небезпечного будовництва Островецкой АЭС. Привести на Островецкий шлях, який начнется после Чернобыльского и будет проходить как каждый 26-й день месяца у городах Беларуси на шляху от Менску до Островца. У Заславии, Радашковичах, Молодечне, Белейцы, Маргоне, Ашмянах и самим Островцы. Не АЭС у Беларуси. Дорогие сябры, живи Беларусь! Живи!